Короче, приехали два бивня на оффроуд. Естественно, ключи с собой не взяли ремонтировать. Так, решили, хватит. И теперь будем пытаться завести ее. Мы теперь не можем туда даже бремзенраннинга набрызгать вовнутрь. Вот это да. Ну, пытаемся, короче, реанимировать. Короче, вырвались мы опять в Маммут парк на часок-два. Прокатимся. Вообще невозможно, невозможно ехать. Не дай так говно. Давай налево, вон, лед, лед. Короче, да, пацаны, лед замерз так, что посмотрим, патрульчик даже не продавит его. Даже не провалится такой толстый лед. Взяли, пацаны, вот это лед. Патрол не проваливается, бетонный. Сейчас идет под воду. Так, еще один маленький заезд. Ну, посмотрим. А, нет, все, долбит уже все. Долбит лед. Все, стой! Че, себе в морду нахуял? Нашли лужу, где поиграться. Джастин, лед растаял от тебя. Название нечаянно. Нечаянно. Пойдем другую лужу долбить. Давай. А то пацаны тут на самурайчиках ездят, не проваливаются, по льду катаются, как на коньках. Пойдем хоть им лед немножко раздолбим. Понеслась. Ну-ка, сколько он сантиметров примерно? Ну, сантиметров, наверное, 10-15, наверное, да? 10-15 есть, да, точно. Нифига он толстый. Давай, понеслась в другую лужу. Да, тут, короче, вчера уже кто-то долбился. Но она по новой замерзла, по ходу дела. Сейчас будем продалбливать. О, красава. Интересно, тут... Нифига, он по льду идет. Одним колесом. О, провалился. Смотри, что творится, а? Смотри, что творится, а? Какой лед. Да ну нафиг. Нифига льдища. Коп-коп-коп-коп-коп-коп-коп. Нормалек. Это лед, а. У нас сейчас примерно плюс 2, конечно, уже. Ночью было минус 6, где-то минус 8. Вот она и подзамерзла немного.
Да ну нафиг. На гололёде не трогается. Блокировка включена, просто полного привода не включена, и он не идет. Это говно резина или ты в бугор стоишь? Нифига не зимняя резина. Нифига не зимняя резина. Сейчас прикинь, с газу хоп даст, и он убежал, и ты будешь бегать за ним по всему Мамут-парку. Нормалек. Ну-ка опять спустись, короче. Спустись туда и полный привод ему и до жопы. Только по-настоящему. Так, еще один заезд. Теперь на полном приводе попробуем на этом. На этой резине сраной. Короче, получается, что? Ну, бугор, конечно, нормальный этот бугорочек. И... Да, ну-ка сейчас. Он опять полный привод не включил. Впереди блока нету, буксует одно колесо. Красава. Сейчас, короче, пока мы этот лед тут не растаем, мы отсюда хрен уедем. Давай дальше едем. Короче, нет мужиков, короче, с яйцами, чтобы туда заехали, пацаны. Зато смотри, какая прозрачная вода. Вообще, дно видно. Реально дно видно. Охренеть, какая вода. Как в речке. Когда бы не подумал, а? Короче, никто туда не заезжает. Нифига себе. Там ходить под ним можно. Хренык, жопа ударил. Джастин, стойка! А что он делает? Не влазит. Что тут новенького? Что-нибудь новенькое есть? Ничего новенького. Короче, тут ничего новенького. Никакие бугорочки не добавились. Давай я попробую залезать. Оттуда сюда? Да. Давай. Тут подъемчик, я не знаю, ну не 90, конечно, градусов. Ну нормально тут подъемчик. Пешком тут почти не поднимешься. Посмотрим. Дясин поднимется, нет? Процентов 20, наверное, есть. А то и 25. Сейчас не знаю, видно будет, нет на камере. Как он свечой будет стоять как раз вверх. Не, зайдет, я думаю. Точно, если сзади он блок включил, не забыл. Без разгона, без разгона, не надо. Вторую скорость включи, да. Короче, мы порешили, у мужиков нет яиц. Будет Джастин заезжать сюда, в нашу лужу знаменитую. Давай, Джастин. Короче, решили сперва задом. Так как у нас туда помощи у нас нету, вокруг одни только самурайчики ездят, а это как, ну как бы муха слона тащить будет, самурайчик, если мы застрянем. Оба, он по льду идет, красава, красава. Он по льду идет, не валится. Еще пока нормально. Ну-ка давай. Потихоньку, потихоньку, давай. А? Еще чуть-чуть потихоньку. Думаешь?
Да. Не знаю. Давай либо я смету стенкать на фон фан. Сейчас, давай. Что, чуть-чуть назад? Чуть-чуть. Нифига себе, лед толстый. Патрол 2 тонны не валится. Что это? Я не знаю. Уходи, вылазь, вылазь, давай, все, газу. Так, еще заездик. Заездик, заездик. Давай, давай, давай. Он проваливается, давай, рви оттуда, рви. Короче, получается, значит, я тут могу вообще ходить. Как с добрым утром. И он тут его провалил. Нифига себе. Смотри. Мы тут лазим. По воде. По льду. О-о. Он шевелится, шевелится. Держал. Держит, да? Ну давай ты иди, а я тебя снимать буду. Как он держится. Сейчас хлоп, Джастин по горло стоит. Я думаю, только до сюда. Да? Примерно вот там, где сейчас ты стоишь, там примерно 1.5 метра. Тут Андрюхинка с патрол было выше этого капота. И это. А у него когда поднят. Ты бы, ну-ка давай, ну конечно. Маленькие дети будут ломать тут лед. Вот его достань теперь. Ага.